Это же Соник Экзе. Ой, откройте дверь. Соник Экзе сюда. Это был сон лишь. Я даже не понял. Ну, я тут оказался. Так, ну вот у меня писаться, я пойду глянусь повсюду, что я сейчас выйдем так. Ой. Стой! Ой, за мной погнался Соник Экзе. Валим. Ух, сюда перепрыгиваем. Ух. Опа! Давай, перепрыгнем! Это еще один Соник! Господи, какие Соники злые! Ой, опять Соник, валим по низу, у него даже кокоть есть. А что мне делать? Вот этого мне делать вообще ничего. А, на помощь. Главное, тут было не подсказки, вот эти вот были. Так, ой, быстрее. Он погнал. За мной бегут Соники на помощь. Ой, помогите. Мани, у нас теперь будет То есть хотел сказать, типа, что всякие персонажи будут сражаться в игре Бравл Старс. Ну, мы посмотрим, кто выиграет. Просто нравится вот эту конфету жевать, так. Так что мы будет сегодня выиграть, а будет с участниками Кольт, Шелли и Булл. По крайней мере, они этого не хотят делать, но придется. Башка осьминога, кроме головы человека. Башка пилы. Башка с меча. Огромный круглый меч. Потом обычная пила. Какие-то у нас появились колобки люди. Ну ладно. Башка. Как его там? Космонавта. Какой-то злой зубастый Экзе Among Us. Пистолет вместо головы. Потом собака, мамонты и динозавр, съеденные, кроме себя, похоже, подобные. И какой-то когтявый волк будет, всякий ворон какой-то непонятный. Еще будет. Ну, вы увидите, ребята, какие у нас будут персонажи, так что проверим, кто у нас выиграет. По крайней мере, некоторые не хотят. Вам надо убить огромного босса в этой игре.
Вот приближаться будет, вам надо сразу валить. Не забудьте этого сделать, бо опасный босяра будет приближаться. Если это случится, сразу валите. Ну, в общем, давай мы уже начнем. Начнем давай. Бой начался. В атаку, каждый сам за себя. А теперь в атаку. О, Шелли приближается к башке осьминогу, а за ним идет когтявый волк. Ну, еще цветок огромный идет. Вот эти вот все персонажи, ну, будут приближаться роботы к вам, ребята. Так что адекватно тут сражайтесь и ничего не разбейте тут себе. Башку себе не разбейте. Наваляйте всем, кого вы сможете победить. Давай начнем. О, вот цветок уже приближается и какой-то. То есть это не цветок, а всякий там цветок людоед. Ну, ладно, начинайте. И грибок еще будет разговаривающий. Ладно, начинайте. Поражение у вас. Так, я тоже иду теперь. Ай, мне стреляет скелетон Поко. О, ну и стреляют они. О, атака. Пристрелили всех. Так, вырывается вперед человек-пила и обычный нож с башкой. Какая-то башка красная вместо головы. А тело все непонятное. О, еще огонь у нас здесь есть. Я даже его не заметил. Но ворон точно хочет справиться. Приближается огромный босс. Я тебя чищет, тебя чищет. Робот сильный. Мне попал. О, столкновение. Так, если я буду так бродить, меня тут может сбить. Бопоку я вижу, как там стреляет. Ой, робот уже приближается. Ой, как больно им всем. В общем, эта атака была сильная. Я даже не думала, как надо. Ой, робот еще телепортируется. Блин. Блин, всех отстреливают. Меня обстреливают, всех просто отстреливают. Блин, да что за игра такая? Я даже не пойму, как это. Ой,
Бой окончен! Да, выиграли все монстры, ребята, у вас получилось. Я выиграл. Ворон побеждает победу. Ура! Я получил победу. Вот это со мной враги, конечно же. Что будет, если я съем вот этот тот сэндвич? Наверное, я сдохну. Нет, этого не должно быть. Ну, а тогда что будет, если сэндвич этот съесть? Давай протестирую сейчас. Мне так интересно, что будет, а я еще не знаю, что будет. Ну ладно, приходится... Ну что же делать? Придется... Так, я сейчас протестирую. Всем привет, с вами Блондекс. Мы начнем, точнее, сейчас поиграем в одну интересную игрушку. Ребята, это я, монстр-маньяк. Я сегодня... Хочу все побелить в этом доме. А если ты успеешь поставить лайки и подписаться на канал Древитком, то у тебя получится шанс того, то что я все пройду. Успей поставить лайк и подписаться. Да я смогу всех победить. Так, погнали. Очень шумит пила, но ничего. Ну, бензо пила, как говорится, но сейчас еще. Идем дальше, так. Да, отпилил холодильник, так идем дальше. Так, надо еще, блядь, уже кровь остается. И ну-ка, давай еще вот этого чувака. Жа! Так, пойдем дальше. Интересно, что дальше. Ух ты! Какие-то картины тут еще висят, не знаю. А ну-ка, жа! Так, он тоже сдох. Так, пилили картину, и теперь идем. Пойдем, какой он будет там дальше уровень? Ух ты, местечко какое прикольное. Ой, там стрелять. Так, надо... Ой, давай. Ой, попадает мне. Так... Попал уже в чувака. Так, идем. Ну-ка. О, еще один. Ой, это, блин, отнимает жизни мне. Здоровье. Ну-ка. Не стреляй. Да, попал. Он тоже сдох. Так, что еще здесь можно взять? Так, ой. Так. О, блин, да почему я?
Блин, капец, я уже чувака пристрелил, и сразу меня нечаянно пристрелили. Ну ладно, зато я остался живым. Ух ты! Что никогда, ты что здесь делаешь? Да ничего, я просто пришел сюда. Заработал. Что у вас победить? О, Соник, ну ты реально нас хочешь победить? Да, хочу. Но музыка будет веселая. Какое ей название дадим? You can't run. В нашем мире всегда музыка сама по себе играет. Ну, разное. Придумаешь ты такие музычки. Ну, сразу видишь, какая будет прикольная. Может, от тебя на этот раз будет сложно? Ух ты, сложно, прикольно. Уже хочется с собой побатлиться. Ну так, а тебе можно... Мне что нужно выиграть? Выиграешь меня, тогда будет нормально, предчувствую тебя. Ух ты, ну хочу я очень. Тогда посмотрим, как ты справишься. Включаю Югендран, лучше я выиграю. Ну, Соник, ну... Я с Эриком буду теперь тоже выигрывать, как всегда, и мы, значит, тебе выиграем, действительно. Нет, я покажу вам. Хорошо, мы посмотрим. Да как я или ты выиграешь, Эрик. Ладно, давай погнали уже. Лучше мы так медлим. Давай начнем рэп-баттл. Я выиграю. Thank you.